за городом это бывает, садятся за руль. И если вдруг возникает ситуация, когда им необходимо действительно управлять, что, блядь, да! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Пошел нахуй. Объясню ему, что я хотел сказать. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал? Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Тебе думать еще рано. Думать будешь, когда научишься. Я думал. Вот такие женщины, конечно же, когда у них вдруг...